снимали бандаж. Слышь, мой бандаж, уголовный сцены аж пол 2016. Целых 16 стран собрались здесь, в парке Горького, чтобы в течение 10 дней сразиться не только в парковом искусстве, но и в музыкальном соревновании. Именно здесь каждый день будет происходить музыкальная битва, где все страны участники представляют свою поселку. А потом там открытие и целых 16 стран. We are starting our festival and we are waiting for impatiently all the concerts, all the exchange of music, cultural exchange and just happy, wonderful days. And I'm so free now in my mind and everything else. Me too. But I like rock and roll and I like rock and roll music. Yeah, art football from Russia, Moscow. Юрий, что происходит? Это происходит дебют команды Венгрии на фестивале «Артфутбол». Еще один такой дебют, и этот дебют окажется их финишем. Потому что нельзя так. Если артбол, не обязательно выйти на сцену в трусах. Вот. И вообще, как бы, поле это поле футбольное, а сцена это сцена. Будем требовать больше уважения к концертам и к профессии. Art football is a wonderful event. It's bringing many people together from around the world, and it helps to promote football and culture whilst also raising money for charity. I think it's a wonderful thing to do. Brilliant, thank you. Сегодня ребята же подарили нам зажигательное танцевальное шоу. Как это? Субтитры сделал DimaTorzok.
Som veľmi rád, že môžem zdieľať spoločnosť týchto úžasných ľudí. Ко мне подходит один из участников сборной команды «Россия». Несмотря на то, что он, скажем так, не совсем похож на русского человека, но именно из таких вот крепких парней состоит наша российская дружина. Виктор Зайчук рядом со мной прямо сейчас. Виктор, в двух словах, как настрой к матчу? Настрой серьезный, поэтому не хочется говорить много, хочется оставить все внутри. И хочется не менять традицию после первого матча, также сдержанно выйти, а там уж посмотрим. Ожидания, знаешь, никто не знает, как венгры сегодня, в каком составе приехали. Присматриваемся, есть ли футболисты или нет. А здесь все ожидают выйти на поле, просто своего момента ждут и все люди. It's a very tight game. It's already the 20th minute, it's 0-0. I think the both teams have equal chances. So, go. Видно, что венгры, они очень сильные. Мы что-то пока не можем выйти даже туда, к их воротам, поэтому не знаю, как сейчас будет это все. Это прекрасная история, прекрасная затея. Каждый из здесь играющих на поле в свое время вставал перед дилеммой, оставаться ему в большом футболе или идти в артисты. Все решили, значит, эту дилемму в пользу второго, то есть в пользу того, чтобы стать артистом, но все остались футболистами, и вот, собственно, этот турнир дает нам возможность реализовать свои мечты. Probably one of the best things that has happened to football in a long time. It brings together music, football, and people who have a love for both things. So yeah, it's fantastic. A lot of people, we meet each other, we play each other. We meet people from Iran, from Hungary, from Estonia, from all over the place, the world. So. For me, I hope this will keep continue this championship. Oh,
Друзья мои, арт-футбол 2016. Вы видите, здесь на сцене очередная конкурсная программа. «Звездобратья». Ее написал наш президент, президент футбольного клуба «Старко» Юрий Давыдов и президент этого чемпионата «Арт-футбол». Он написал о том, как это строилось, как это происходило, как играли, кто играл, и все это вылилось в «Арт-футбол». Back to basics. Beauty, Nicole Jane, Road to Russia. We're here on tour. Everyone, thank you for coming. The Warrior's back. The Warrior's back. Let's go, let's go, let's go.
конкурсную программу нашего спортивно-музыкального шоу. Я люблю Россию! Mustafa is my friend, Yuri, Mr. Yuri, Mr. Eddie, Mr. Cousin, my sister. My sister. Sister, привет. Sister, привет. Владимир. За Россию. Так победим же. Ну-ну. Когда такие люди вот стоят, я не уверен. Команды России и Румынии.
Задача все равно обыграть румынов во что бы то ни стало. Я надеюсь, нам это удастся. Во втором тайме мы прибавим. Полупанов, давай. Принесите, пожалуйста, мельдони. И сегодня мы сыграем этот гала-матч, чтобы помочь детям, которые в этом очень нуждаются, как это делаем уже многие годы. И эту традицию мы храним искренне, от всего сердца и под флагом добра. Ура! Друзья, сегодня последний день, и опять мы на год расстаемся. Я думаю, что мы уйдем отсюда самое хорошее впечатление, самое хорошее воспоминание. И самое большое желание продолжать делать добро не только здесь, во время футбола, но и целый год в своих странах. Мы очень на это надеемся. Спасибо вам. Предварительный матч чемпионата мира среди артистов между сборными мира и России объявляется открытым. Как часто в вашей жизни встречается такая история, где вы занимаетесь благотворительностью? I try sometimes when I can and when I'm free to participate sometimes to charity. Especially when the charity action is, I mean, I like this charity action. I met Natalia 1 month ago, and she proposed me to come to help the charity foundation for the kids, and I think it's normal. По возможности, если у меня есть время, если я свободен, то я стараюсь принимать, не отказываться от участия в благотворительных акциях. We have the chance as artists to have a beautiful life, to express ourselves, our passion, and I think that the minimum is to take sometimes when you can, of course, to assist and to support foundation action, charity action. Мы, артисты, обладаем такой возможностью приносить людям счастье, радость иногда, и мы с удовольствием должны использовать возможность сделать что-то благотворительное и доставлять радость людям, а тем более детям, и особенно если это благотворительная цель. And I want just to say that I came specially for the organization, for Natalia, to assist and to support the foundation. I came specially from Paris. Я еще раз повторю, что я приехал специально для этого события, специально по приглашению Натальи Давыдовой, ее фонда, и специально для участия в благотворительном футболе. Спасибо, Россия вас не забудет.